Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из консервной банки и хлопчатобумажной веревки такую самоделку, которая в трудную минуту обязательно выручит вас? Этикетку с банки надо снять. От веревки отрезать два небольших куска. В небольшое количество воды насыпать чайную ложку с горкой соли и в воде ее растворить. Отрезанные куски веревки в соляном растворе вымочить. Веревку отжать и положить на батарею сушиться. На консервной банке сбоку маркером нарисовать две полоски. Нарисованные полоски вырезать. Чуть меньшего диаметра высушенных веревок подобрать сверло и его установить в патрон шуруповерта. В центре каждой полоски просверлить по отверстию. Просверленные отверстия установить веревки. На стол поставить небольшие стеклянные емкости и их заполнить лампадным маслом. Маленькие концы веревок маслом пропитать, а затем металлические конструкции установить сверху стеклянных емкостей. Веревки снизу немного подтянуть. Пропитанные маслом веревки поджечь. Вот таким простейшим способом получились красивые масляные свечи длительного горения. И если внезапно выключили свет, они вас выручат. Кому такая хитрость и идея для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.